Наша организация называется компания «Амбо». А у нас также есть второе название «Мир манекенов». Соответственно, у нас достаточно оборудования широкого профиля, начиная с первой помощи. Это манекен, который представлен здесь. И более расширенные манекены по уходу, по реанимации, по хирургии. Ну, абсолютно разного профиля. Ну, например, то, что перед вами, это мобильно-дистанционный манекен для реанимации. Данный манекен является высокотехнологичным. Он идет в комплекте с планшетом, через который можно как раз-таки управлять данным манекеном. Также с ним идет второй планшет, он является прикроватным монитором. На нем можно видеть различные показатели, допустим, сердцебиение, дыхание и так далее. В данный момент манекен является спящим. У него есть такая функция, как работа зрачков, опять же, через планшет. Можно устанавливать различную скорость моргания. Ну, допустим, сделаем 30 морганий в минуту. Вот, идет реалистичное движение глаз. Что касается ротовой части, здесь можно демонстрировать, как происходит отек языка, отек гортани. Соответственно, это тоже можно делать в планшете. И человек, который как бы работает уже, да, он может это почувствовать. Что касается вот синей зоны, в данный момент пациент болеет, ему плохо, у него недостаточно кислорода в крови. Соответственно, это и есть цианоз, то есть проявление нехватки кислорода. Помимо этого, можно проводить коникотомию, трахеостомию. Что касается грудной части, то мы можем заметить, что пациент дышит, то есть у этого манекена есть легкие, которые работают. Вот. А также можно проводить ЭКГ, снимать. Есть места для электродов. Здесь установлена рука, на которой можно проводить внутривенные инъекции. Вторая рука манекена является неполноценной. Она немножко повреждена. Соответственно, здесь проведены капилляры, через которые можно включать кровь. У манекена есть два сменных органа, мужской половой орган и женский, и на них можно проводить катетеризацию мочевого пузыря через них.